Провинцию Аликанте делает доступной для вас компания IOTA. Недвижимость от 50 тысяч евро. Образование, юридические услуги, вопросы вида на жительство. 320 солнечных дней в году, одна из крупнейших русскоговорящих диаспор, перспектива гражданства. IOTA – это ваш кусочек Испании. Они долбанутли еще разок по Воронежу. Федеральная таможенная служба предложила запретить ввоз в Россию импортных соков, оливок и консервов. В руководстве ведомства уверены, необходимо и дальше расширять продовольственное эмбарго в ответ на экономические санкции Запада. Таким образом, появляется вероятность, что под запретом в ближайшее время могут оказаться еще и консервированная ветчина со шпротами, маслины, фруктовые напитки и джемы. В прошлом году, к слову, Россия импортировала таких товаров на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов. Слушайте, чем дальше в лес, тем больше бреда. Конечно, наверняка найдутся какие-то ущербные, которые порадуются такому развитию событий. Как мы их к ногтю, а? Начнут ликовать. Вот только не мы их, а они нас. В смысле, наши чиновники. А кто-нибудь подумал? 1,2 миллиарда долларов – это серьезный торговый оборот. На минуточку, а еще для кого-то это бизнес. Для кого-то рабочие места, для государства налоги. И мы вот так вот в одночасье с радостью возьмем и увеличим безработицу в собственной стране. Она и так аховая. Шарахнем по предприятиям малого и среднего бизнеса, уничтожив еще какое-то их количество, откажемся от налоговых отчислений. Такому только идиот порадоваться может. А что жрать-то будем в дальнейшем, хочется спросить. Скрепы и молитву, на что будут жить наши соотечественники, которые пока работают на тех предприятиях. Впрочем, начинаем. Зато фонд виолончелиста Сергея Раудугина получил лицензию на продажу алкоголя. Напомню, фонд «Талант и успех» вообще-то детский. Главная задача организации – поддержка одаренных ребят. Ну, мы же в России живем, чего удивляться. У нас одаренные ребятишки, видимо, любят намахнуть после изнурительных репетиций и тренировок. А из-под полы в тамошнем буфете продавать горячительные, ну, как-то не алё, тем более серьезные люди. Фондовые стены частенько заглядывают. Я знаю, что каждый из вас добился большого успеха, и в этом смысле все здесь присутствующие себя реализовали, но этого недостаточно. Для того, чтобы реализовать себя полностью, нужно еще и предпринять эффективные и дающие конкретные плоды результаты в работе с молодыми людьми. Ой, а еще на такой лот интересный наткнулся на сайте госзакупок. Ага, давайте буду медленно читать. Муниципальное, автономное, дошкольное образовательное учреждение «Детский сад номер 3» села Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан объявило тендер по организации питания для своих воспитанников. Причем тендер-то уже закрыт, подать заявку на участие можно было до 16 февраля, а вот теперь самое интересное, ребята, начальная цена контракта, внимание, 459 миллиардов 872 миллиона 904 тысячи 248 рублей. Фух, думал, не выговорю. 460 ярдов, господа, почти полтриллиона для голодных детей из села Кандры. Чтобы вы понимали, сколько это. А это бюджет Санкт-Петербурга, второго города в России, или 10 бюджетов Екатеринбурга, или 12 бюджетов Новосибирска, или 40 бюджетов Ставрополя. Гораздо ж башкирские детишки пожрать-то оказывается. Вот, блин, живем, а детей каких воспитываем? Одни те, что одаренные накатить не дураки. Для других из села Кандры закуси на полтриллиона заказываем. Чую, после кто-то после нас скажет, да, были люди в наше время богатыри. А если серьезно, с одной стороны, очень хочется думать, что в тендерную заявку просто ошибка закралась. Ну, кто-то по зоопарке запятую не там поставил. С другой, тендер-то уже закрыт, заявки поданы, значит, а шум никто не поднял. Что говорит нам только о наличии коррупции. Скорее всего, история с конкурсом исключительно для отвода глаз затевалась. С настоящим поставщиком уже давным-давно этот детский сад определился. Если честно, вообще не понимаю, почему такими вещами исключительно журналисты озадачиваются. А что делает прокуратура или какой-нибудь следственный комитет? У нас, блин, какой-нибудь комментарий неправильный
В соцсетях девочка из штаба Навального написала, ее с ОМОНом и с собаками задерживать едут во всех СМИ. Поймали особо опасную преступницу, а тут о двух этих случаях, о чем рассказал выше, ну явно нарушением закона прет и тишина. Это реальная журналистика, он сказал, поехали, и запил водой, тема сегодняшнего выпуска, поехали, уже сказал, да, тогда погнали. А самым ярким и запоминающимся событием уходящей недели, безусловно, стало выступление главного перед вассалами, ну и перед нами заодно, в котором Путин поведал, как будем жить дальше, а до кучи подвел итоги своего 19-летнего правления. Не знаю, как вам, но лично мне показалось, что все это шоу затевалось с одной целью – поднять стремительно падающий рейтинг национального лидера, оно и понятно. За прошедший год ребятки оттуда наворотили столько, что ненавидеть их уже просто люди стали. Оставались, правда, отдельные индивидуумы, которые свято верили, будь то царь-то не в курсе, что его опричники творят, но и царь. В конце концов, опарафинился с той же пенсионной реформой, например. Вата разочаровываться начала. Забегали политтехнологи на Старой площади. Надо что-то делать. Придумали. На 20-м году правления князя Владимира, князь Владимир наконец-то пришел к выводу. Пора и о народе подумать. В соцсетях даже мемы появились после данного выступления. Президент сегодня какую-то очень неприглядную страну нам показал. Возмущался, рассказывая об очередях в поликлиниках, миллионах граждан, живущих за чертой бедности, о школах, где до сих пор нет отопления и канализации, о мусоре, отравляющем целые города. Действительно, ведь еще несколько дней назад в эфире того же канала «Россия» наша страна цвела и пахла, нам все завидовали. Американцы повально отказывались от своего пиндосовского гражданства и на всех четырех поспешали в великую и могучую, потому что только у нас человек может с легкостью трудоустроиться и самореализоваться. Немцы и израильтяне ехали к нам за медобслуживанием, ведь лучше, чем в Твери и Саратове работает лишь ЦРБ Барнаула. Ну, кстати, об этом-то Владимир Владимирович не забыл сообщить. Сегодня с диагнозом, например, лейкоз выздоравливает более 80% детей. При некоторых формах рака более 90% излечивается. Еще сравнительно недавно, в середине 90-х годов, болезнь была практически неизлечима. И тут на тебе, не все в порядке в датском королевстве. Оказывается, есть проблемы, которые требуют немедленного вмешательства. Люди вон от безденежья загибаются, в нищете прозябают. Страна пьет, целые города душит безработица, а власти на местах зачастую ничегошеньки не делают. Шведы прямо заедают, крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает. Что ты говоришь? Да. Как же вы допустили? Не вели казнить! Ой, а чиновники как главного хвалили. Очень правильные мысли Владимир Владимирович озвучил, ведь... Самое главное, наша ценность – это люди, мы не должны о них забывать. В центре внимания послания был человек. И вы знаете, что очень важно, что послание изложило четкое понимание задачи, пути решения тех масштабных стратегических задач, изложенных в майском указе президента. И мне очень понравилось, что послание началось с семьи. Вот честно скажу, дальше даже анализировать этот бред не хочется. Предвыборную кампанию, потому что напоминает, честное слово, какие-то речевки, агитки, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Перед каждыми выборами и вы, и я, чушь эту слышим, 20 лет встаем с колен, и нам говорили, что встали даже. А сегодня вдруг выясняется, в стране нет ни одного детского реабилитационного центра многопрофильного. Давайте создадим хотя бы два. Напомните мне, это председатель колхоза перед сельчанами выступал или глава самой большой в мире страны и в послании федеральному собранию зачитывал. Времени на раскачку нет. Если кто-то не хочет или не способен работать на благо соотечественников, пусть увольняется. А чем все прошедшие годы занимались те труженики? Обратите внимание на лица в зале, там нет новичков. Не знаю, как вы, а я в данном случае по Станиславскому. Все.
Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в YouTube ссылка сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать и над чем подумать. И в друзья добавляйтесь, темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.